Так, а мы уже поехали вот на мемориал. Да. Егулов, экономикалов, саясижене, мединисаналарда, кархынды зау кереда. Выражаем сердечную благодарность казахскому народу. Историческая связь наших народов началась со времен Великого Шелкового Пути и продолжалась годы депортации корейцев. Кахарман Хон Бондонның және ағартушы Гёбол Удының орны сыр өңірінің тарихында бөлек. Хотя между нашими двумя странами существует расстояние, это народы с одной судьбой. 오늘 그 한국 광주에서 거행되는 국가 기념일 학생 Искренне поздравляю вас со значимым событием – открытием мемориального комплекса, который строился на протяжении прошлого года. Также разрешите поблагодарить Ассоциацию корейцев Кызыл-Алдинской области и его нынешнего председателя Пак Дениса за уход за памятником на протяжении 40 лет, а также за вклад в строительство данного мемориального комплекса. Также разрешите поблагодарить за участие и большой вклад Акимат Кызыл-Алдинской области. Сегодня очень значимое событие, открытие мемориального комплекса. И я приехал сегодня не один. Со мной приехали также три депутата парламента из Республики Корея, а также общество памяти генерала Хон Бондо. Когда в опознавательной зоне противовоздушной обороны Республики Корея самолет с прахом генерала Хон Бондо летел в сопровождении 6 истребителей вооруженных сил Республики Корея, в этот момент не только у меня, но и у всех, кто был свидетелем этого, на глазах наворачивались слезы. В этом году исполнилось 80 лет со дня смерти генерала Хон Бондо. И чтобы сдержать свое обещание корейской диаспоре, я буду проводить различные мероприятия в честь памяти генерала Хон Бондо. В первую очередь хотел бы поприветствовать сегодня наш актив и членов старейшин Ассоциации корейцев Казахстана в городе Кызылорда. Именно благодаря вам сегодня эта история продолжается, и она будет иметь место в будущем, для того, чтобы мы могли передать будущим потомкам ту историю, которая зарождалась здесь, в Кызылорде. И мы надеемся, чтобы вы гордились будущими поколениями Ассоциации корейцев Казахстана. Я хочу выразить благодарность Акимату города Кызылорда за такой теплый прием, за содействие и взаимодействие между нашими республиками Корея и Казахстан. Я сегодня рад приветствовать всю делегацию с Южной Кореи и хотел бы поблагодарить за то, что наши встречи имеют доброе продолжение в хороших делах. Именно полезное взаимодействие Казахстана и Кореи сегодня приносит ряд таких проектов, как Куркыт-Ата, как наша история открытия мемориала в памяти Хон Бондо. Я думаю, история вот открытия этого мемориала на самом деле историческая для всей нашей ассоциации корейцев Казахстана. Я думаю, для всех корейцев стран СНГ, что историю памяти героя Хон Бондо и Гебону мы на таком высоком уровне открываем в городе Кызылорда. Ура! Да. Как сказал господин Вонсик, пекпаль пекчун, вот такое 100 выстрелов, 100 попаданий. Давайте сделаем так, чтобы 100 выстрелов, 100 попаданий, 100 добрых дел Казахстан, Корея были полезны всей нашей стране. Спасибо. Церемония возложения цветов в честь героя Кореи, писателя Ге Бону.
Преклоните. Немного у меня есть беспокойство. Потому что то, что сейчас происходит, это не очень. Очень много в нашем городе, и в нашей стране, и даже за рубежом людей Поэтому я прошу вас максимум усилий, пожалуйста, приложите. Нам очень честно. 지금 하실 수 있는 능력으로 이런 얘기들을 우리가 듣지 않도록 신경 써주십시오. 네, 회장님 저희들 잘 하겠고요. 아까 제가 축사에서 말씀드린 것처럼 저희들이 그 홍범도 장군님을 모시는 데는 그분의 공적에 대해서 누가 의심을 하겠습니까? 그리고 이제 저희들 지금 대전 현충원에 와 계시는데요. 저희들 현충원이든 독립기념관이든 홍범도 장군님 기념식솔들이 너무나 많이 있습니다. 저희들 예우하고 모시고 그리고 그분을 알리고 하는 데는 최선을 다해서 하도록 하겠습니다. чтобы не было его имя забыто о всем этом. 근데 한 말은 그 육사에서 이제 이동하는 거 지금 그 뭐라고 하나 쫓겨나는 거 달 바 없으니까 이것도 어떻게 중지를 해 주십시오. 그건 강력하게 말씀드립니다. 제가 그 기념 사업에 저기 이왕 보호할 때 여기 고려인들한테 설득을 엄청 많이 했거든요. 그리고 이제 지나가는 까작 사람들도 너희들이 왜 건드리냐 설득들을 많이 하고 지금 이런 식으로 하는 것이 이념이나 뭘로 이건 절대로 아닙니다. 이건 예 이건 막아 주십시오. 꼭 차관님 그 대통령님한테 우리 마음을 전달해 주시길 바랍니다. 하나, 둘, 셋, 백정!